Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за нового лидера Японии Такугаву в Sid Meier's Civilization 6 на последнем уровне сложности, на божестве. Что тут вообще происходит, зачем мы это делаем и прочее, я рассказывал в первой серии, переходите к ней, если вы случайно наткнулись на это видео, ссылка в описании в прикрепленном комментарии, ссылка на весь плейлист, там, собственно, с первой и посмотрите. А для всех остальных, давайте приятного продолжения просмотра и выключу свою рожицу. Так... Я думаю, что нам надо все-таки апостолов уже больше делать, и причем апостолов, заточенных на... Так, ну, к сожалению, только одно какое-то устремление можно взять. Видимо, пульс паровой машины, потому что у нас нету международных торговых путей. В принципе, я специально играю чисто на внутреннее, посмотреть, как работает способность Токугавы. К оружию... Ну, я не собираюсь много армии строить, тем более здесь живут драконы, тем более. Хотя, кстати, вот это, по-моему, другой континент. Да, это типа Азания, я бы здесь мог поставить город. Но тут буквально два города, не знаю, ради двух городов. Три единицы населения в новых городах. А тут мы будем производство получать все-таки от кампусов. Блин, хотя вот это прикольно. Две единицы перемещения для юнитов по воде. То есть мы можем быстрее миссионеров и апостолов на тот континент переводить. Блин, я, наверное, все-таки реально возьму здесь живут драконы. Как ни странно. Заодно сразу три жителя. Плюс 3, а даже 4. Я думал, там, типа, мы с тремя жителями. А это значит, что плюс 3. То есть мы с 4 сразу начинаем. Прям. Кайф. Так, монумент строю. Строителя куплю. У нас карточка стоит на строителей? Стоит. Подождите, а чё он не... Блин, мне не засчитало, что он рядом с чудом... Охренеть. Подстава. О, теперь 6 стало. Так, ну, апостолов. Причем я думаю, что и в эту сторону надо тоже уже начинать с Японией бороться. Там, конечно, жалко, мы потеряли тут апостола, который снизил влияние, видите, уже Сендай, Нагоя опять в буддизме. Блин, а может он сам уже обратится дальше? Как... Ну, то есть, тут... Я уже ни с кем не спорю. То есть тут явно будут обращаться города потихонечку. Может, лучше миссионеров именно что отправить вот сюда. Тут через море надо плыть. Я думаю, Германия сама обратится. Прям 100%. То же самое касается, я думаю, и Персии. У нас, в общем-то, вот эта Персия Надиршаха осталась необращенная. Так что ею надо заняться. Так, что мы тут открыли?
Урбанизацию. Ага, райончики можно строить. С того, что у нас здесь. Наверное, ничего не меняем. Давайте естественную историю откроем. Пингало вернулся. Надо сюда еще будет шпиона тоже на контрразведку посадить. Так, а, караван я еще хотел купить. Из Фукуоки. Так, Амани еще направляется в Шенгете, еще не прибыла. Ой, пушечкой будет больно сейчас по каравелле. Под впечатлением от моей культуры вообще странно, у меня все-таки именно что с культурой плоховато. А, он все-таки убил юнит Кумаси, тогда ладно. Flight, Так, ну если сюда встану, то рабочего захватят, я думаю. Лучше так. Потихонечку. Сахарок обработаем. Миссионеры как лазутчики у нас сначала выступают. Открывают территорию, чтобы понимать, какие города первыми обращать. Интересно, у меня улучшится когда-нибудь отношения со всем миром. Я несу слово Конфуция, а они вот так к нам. Блин, какие хреновые прокачки выпадают. К сожалению. Блин, а есть какая-нибудь карточка... Ну, у меня, во-первых, плюс 5 к религиозной силе в теологической баталии, как минимум, да? Будет. А есть еще карточка боевой еще нерелигиозным юнитом. Не, наверное, нету ничего. Ладно, буду мученика брать. Ну, хотя я очень не хочу терять апостолов. О, участник дискуссии. Вот это мощный чувачок будет. Он у нас точно в Японию пойдет. Так, и давайте тут гуру еще купим. В эту сторону, чтобы он помогал. Можно еще теологическую баталию? Как кого-нибудь?
Лаба. Готово. Так, на науку тоже делаем упор. И, наверное, давайте еще рабочего, а потом уже будем тут чисто проектики читать. Так, а тут какой район я хочу? Ну, ладно, все, пока лаборатория. Нет, уголь я, наверное, не буду продавать. Ну, я уже должен сейчас... поймали шпиона в Токио. Счастье-то какое. Так, ну это не мои города. Заливает. В городах на другом континенте. Кстати, надо сменить... Первый посол я уже отправил. Давайте, может, шпионы... Не, хотя у меня же все на... Все... Хочу сказать, антитеррористической деятельностью занимаются. Ну, контрразведки у меня шпионы, так что нету смысла. Так, а хорошо, мы в Токио поймали, а почему у меня этот уровень не получает? Или он когда закончит контрразведку, уровень дадут? Так, значит, вперед у нас идет вот этот с теологических баталий чувак, а за ним уже остальные. Вот этих апостолов будем. И тут уже обращает, уже понаделал апостолов, блин. Возможно, я не прав, что уже сюда миссионерами прусь. Но хочу надеяться, что у Вавилона не будет много миссионеров там, своих апостолов. Тут, мне кажется, какой-то город еще должен быть. Так. Ну, крайне... Хотя, слушайте, я уже могу, наверное, Шингете... Давайте засоюзим. Это мне еще очень так прилично веры должно начать давать. О. 14, 11, видите, сколько в плюс. Так, и тут исследовательские гранты. А, так Амани уже прибыла. Ты делаешь, что уже она на месте. Ну вот куда он обратно залез?
Так, религия. Германия и Персия, Кира еще не считаются обращенными, но выглядит так, что они сами все-таки, видите, вот следующим Пушкаловати, следующим ходом. 5 ходов Дортмунд, 12 Гейдельберг. 75 науки уже от верований. Так, что у нас с алюминием? Раз. И два. Тут райончик стоит. Кстати, в Токио давайте театралочку вот сюда. После исследовательских грантов. Так. Дратути. Я не смогу его проатаковать, что ли, нормально? Только одним? Черт. Плохо. Надо следить за этим апостолом надо будет. Два раза больше. Ну, такое тоже в данном случае. Так, тут оружейную строим, чтобы можно было военного инженера сделать и железную дорогу проложить. Так, с кого начинать? Ну, с Машхада, наверное. Прям тут и высадимся. 15 жителей, в принципе, норм. Не знаю, я не думаю, что мы сможем перебить миссионерами даосизм. Тут все-таки нужны будут апостолы. Пока я просто гуляю. Строится космопорт Вавилоном. Блин, уже некуда идти этим скаутам. Все границы перекрыты. Никто мне границы не даст из тех, кто тут есть. Блин. Так, вот тут пригород нужен. 100%. Ну, давайте даже вот сюда на плюс 6. Потрясающе. Там что-то, кстати, надо построить какой-то вот потрясающий престижный пригород, чтобы охрану природы ускорить. Так, а нужны ли мне компьютеры? Сильно ли тут заливать? Вот, нет, подождите, это вулкан. Вот клетку зальет, вот. Да, в принципе,
Ну вот тут все позаливает, но мне что-то кажется, что я в Икагаме даже просто не смогу построить плотины, не успею. Через 9 ходов уже начнет затапливать. Ай, пошли, наверное, в ракетостроение. Чисто построить, чтобы карту все открыть. О, Хамурапи на Дершаху объявил войну. Вот это, кстати, плоховато. Мне кажется, Вавилон 1910 сила, и это современная армия. Он на Дершаха снесет, мне такое ощущение. Это, блин, не Вавилон с Киром воевал, чтобы пройти к нему невозможно. Задание Феса еще какое-то выполнили. Блин, Шенгейте нам очень мощно, конечно, веру дает. Сулейман великолепный, построил великолепный Эрмитаж. Так, можно аквапарк строить и археологов делать. Что-нибудь тут меняем? Может убрать уже на строителей, в принципе. Может купить какого-нибудь еще одного строителя вот в Якогаме. И уберем карточку. Я бы даже, наверное, на веру поставил эту совместную церковь. Да блин, ну что тут за говно вот это? Что это за прокачки такие? Так, минус 50 к буддизму, зашибись. Следующим ходом, наверное, лечить будем. Наверное, возьму Альфреда Нобеля. Да, он получше, чем следующие. Так, этот у нас в контрразведку садится. Альфреда Нобеля используем. Улучшенную авиацию. Кстати, тоже здорово, потому что мы бы два биплана не делали. Это нефть надо открывать, а до нее далеко. Да, блин. Конечно, оно обратится. О, 200 науки. Так, надо вот тут посмотреть все-таки город. М-м-м,
Миссионер против миссионера. Блин, так надо лавировать, конечно, между этими миссионерами. Не, вообще прикольно я взял вот это, что сразу 4 жителя здесь. Мне нравится, я даже, наверное... А, я уже поменял карточку, да? Уже поменял карточку, блин. Ну, все равно надо покупать рабочего. К сожалению, с 3 зарядами, а не с 5. Так, пока никуда не отправляем послов. Тут монумент. И дальше пойдем СМИ. Идеологии. Вот это вот все. Панамский канал Сулейман Кануни, Надиршах Великий Зимбабве. Так. Что с реликвиями? Ну что, было написано один ход пушкаловать, и он не обратился. Нормально? Очевидно, ненормально и нечестно. Блин. И, наверное, все-таки не будет... города, хотя. Так, какой следующий? Наверное, Зранка надо обращать. О, тут уже танки едут. Вавилонские. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Так, ну и куда он отвел апостола своего? Что-то не видать. Вот. О, еще один участник дискуссии, отлично. Можно взять прокачку участник дискуссии, имею в виду. Так. Следующим ходом... А, могу сейчас, кстати, еще одного гуру купить на всякий случай. Красота. Ну, видите, я не обращаю, я просто прохожу насквозь, чтобы заприметить, какие города тут есть.
У Вавилона обращать, конечно, надо идти в первую очередь на Диршаха. Куда миссионер отсюда делся? Наверное, по Шенгете обращ... Да, вот, не, подожди, домой. По-моему, Шенгете он обратил. Ну, не обратил, а распространил, там он и так уже был обращен. Ну, все. В общем-то, море все открыто. Ну, вряд ли во время войны Вавилон пойдет этого перса обращать. Блин, метеоритный дождь очень качественно упал. Ты сюда хрен доберешься. Так, космопорт я бы построил. А какой у нас самый производственный город? Токио. На втором это Касаки. Но вообще 79-77 слабоватое производство, конечно. Угу. Хамурапи первый построил и уже запустил даже первый проект. Но дальше у него не открыто. Просто на себя варваров периодически отвлекаю. О, опять проходя мимо чуда. Надо как-то вот так сюда встать, чтобы оно сработало. Когда я мимо пойду. Вон у нас где апостол вражеский. Блин, 74 хода. Гавань строится. Чё-то долго. Странно, тут железная дорога на одной клетке.
Хотя нет, связаны, это связанные города железной дорогой. Так что Вавилон первым в мире построил железную дорогу. Вообще не видать религиозных юнитов Вавилона. Я чё сюда вёл-то? Апостолов. А драться не с кем. Так, наверное, военного инженера куплю. Построить буду тут лабораторию. Я бы, наверное, на всякий случай в сталеварение вышел, чтобы уже быть уверенным, если на меня кто-то нападет, что я отобьюсь. Я бы, наверное, не заключал больше союз с этим чуваком. Так, ну тут вроде более-менее выгодное предложение. Тут ничего не предлагается вообще. Ну, мне надо было чисто ускорить социальную политику. Я союз заключил, все. А сейчас у него врагов вокруг дофига. И он там всем не нравится, он... В центре карты как раз всем соседям не нравится. Нет. Я понимаю, что он единственный, кто ко мне более-менее относится. Я не верю, что города 82 защиты со стенами можно взять вот той армии, которую он... Ого, это у меня такая засуха. Блин. Да эти апостолы все деваются. However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. А за счет чего я военную... А, блин, науку получил просто за обращение Аютхая. Сколько городов у Японии? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13. Мне понятно, желательно вообще их все обращать. Вон. Где апостол? Ага, и вот. О, вот этого мы проатакуем. Нет, давайте сначала... Так, надо по одному заряду оставлять. Далее плюс к зарядам. Блин, янтарь надо обработать. У меня давным-давно висит желание. Город там хотел ставить. Так, два апостола берем. Давайте морской курорт.
Зранка стала. Так, сколько у Надиршаха? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, да, тут нету города. То есть мне у Надиршаха всего 4 города надо обратить. Ну, видимо, Экбатана и Занзибар. Суза, конечно, побольше, но эти будут на Вавилон влиять. Каркар, блин. Каркарыч. Домик Каркарыча. Кстати, вот этим апостолам надо обратить Занзибар. И соточка капнула, зашибись. Ну, я вообще не вижу ни одного уже религиозного юнита у Вавилона. Так что, если тут что-то останется, но... те вот эти юниты, которые у меня есть, не позволят мне Вавилон обратить. О, Пушкаловати все-таки обратилась. Так, ну, этот Кир должен быть уже... Да, Кир и немец. 5 из 8 обращено. А кто еще не обращен? Вавилон и Япония. Это 7. А, ну да, Надиршах же еще, да. У нас основные соперники Вавилон и Япония остались. Так, тут я хотел... аквапарк строить. Какие-то всадники в центр Вавилона персидские вбежали, даже ничего не пограбили, были убиты. Меньше усталости от войны, ну нафиг нам это надо, мы ни с кем не воюем. Можно, наверное, ремесленников поставить. А, это вассалы перестали работать, да? У нас сейчас поменьше счастья, к сожалению. Дополнительный уровень дипломатической видимости, кстати, норм. Вот фигня, в два раза больше, это не совсем те прокачки, которые я хочу. Опять проходя мимо чуда. Ну давайте Пингалу на гранты. Хотя я там космопорт строю. Да. Ну все нужные мне ГГшки у меня. У меня 9 послов есть.
любому городу-государству, ну, бессмысленно, честно говоря. Ну, и Ватикан как бы не особо, опять же, я говорю, я великих людей у себя буду использовать, а они не будут влиять на... Ну, то есть у меня все рядом уже обращено. Блин, надо было этим обращать. Я бы 100 золота получил. Так, вообще тяжелое поражение. Он... Плюс 5 от священного места. И плюс 5 рядом с гуру. А, гуру тоже дает, смотрите-ка, бонус. Так, надо тогда так встать. И мы не будем нападать, естественно, сейчас этим апостолом. Гуру это как юнит поддержки для апостолов. Каршамаш. Каркары, Каршамаш. А лосяш где живет? Извините за шуточки про смешариков. Кстати, а у нас Отсу без центра коммерции? Вау. Вот это я пропустил. Каким-то образом. Так, вы глупый недалекий правитель, осуждает нас. Понял. Так, ну вот этого апостола мы, мне кажется, сможем сейчас завалить. Раз. И два. Отлично. О, блин, тут еще. Ну, кстати, больше
Апостолов я не вижу у японца. Он вон рок-группы покупает. Дипломатическая видимость — это плюс 3 к силе дополнительных. Кстати, а чё я корпуса не поделал? Всё-таки мобилизация. Так, кирасиры — это вот к этому относятся. Тяжелая колесница. Блин, вот не помню, слушайте, блин. До рыцарей, а рыцари — кирасиры, да. Значит, надо апать до кирасиров. И еще один корпус вот тут сделаем из трибушетов. О, я люблю, когда мне помощь оказывают. Но это, видимо, из-за засухи. Так, а кто-то тут там грабить пришел? Очень аккуратненько я тут, конечно, действую. Еще плюс соточка. Так, ну вот Надир Шах должен, по идее, теперь быть, считаться обращенным. Раз, два, три. Тут четыре. Собственно, вот этими юнитами сейчас попробуем оставшимися... какие-то города... Или, блин, все-таки мало, понимаете? Нету смысла обращать, если оно потом само вернется к тому, как было. Мне кажется, вот сейчас с Вавилоном надо поменять тактику и обращать города с минимальным количеством населения. Просто чтобы они быстрее обратились. Еще раз давайте посчитаем, сколько у Вавилона городов. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 12, 3, 14. Мне надо 7 обратить. Что, вот этими заниматься, что ли? Раз, два, три, четыре, пять... Ну, тут надо и Вавилон с Машкан Шапир тогда получается. Короче, надо покупать еще апостолов, которые Вавилон. Мне кажется, с Японией там все нормально идет. Наверное, с Тутуля надо начинать, я думаю. Есть у меня такое ощущение почему-то, что надо начинать с Тутуля. Причем надо концентрировать наши юниты и сразу обращать.
Но он спрячет, к сожалению. Спрячет, к сожалению. А, что тут не пройти? Блин. Ну, ждем тогда, наверное, таяние льдов. Спрячет, мне кажется, сейчас этого апостола в Нагою. Да. Или нет? Да, спрятал, блин. Вавилон изменил правительство на фашизм. О, класс, вот этот кризис. Я надеюсь, сейчас японец вложится. И еще сильнее моя религия начнет влиять, да. Так, теперь нам надо не давать Нагою обращать. Но это не страшно, там определенное количество уже ходов требуется. Смотрим, да, и Надир Шах обращен. Видите, осталось Япония и Вавилон, и все. Так, а до конца эпохи вообще, да, дофига времени. Опять дебильные прокачки. Беру религиозные баталии, ну, плюс 20 к спору, но там, походу, нету у Вавилона никаких... религиозных юнитов больше. Так, здесь нам надо собраться вокруг гуру и полечиться. Сорок семь науки, зашибись. Так, теперь Киото надо обращать. Это как раз участник дискуссии, кстати, апостол. Видите, компьютер использует вот эти возможности, что он не тратит полностью заряды. Оставляет один заряд, и потом этими апостолами ходят. Или миссионерами. Я пока тут постою. Так, все, у меня везде стены стоят. Вряд ли теперь меня можно взять, но я бы еще нефть открыл.
Давайте поговорим о грации коней. Спасибо. Спасибо, нет. Так, ну он же вышел отсюда. Блин, куда вот делся отсюда апостол? Блин, и этот с прокачкой на дискуссию. Это через реку влияет? Блин, у него еще плюс 5 от священного места тут. Нет, не влияет, кстати, что через реку. Давайте попробуем проатаковать все-таки. А, он просто сюда пошел, поэтому не влияет, что через реку. Ясненько. Блин, опасно, но они вроде не должны убивать. Тут, кстати, еще место такое тяжелое. Очень сложно пройти вот тут дальше. Именно потому, что два апостола у него стоят в таких местах, что все перекрывают. Надо, наверное, на помощь сюда отправить юниты. Что-то тут напряженные варвары. Все разломают сейчас. Блин, а что я тут строю? Блин, сейчас лес просто потерял, считайте. Надо было сначала святилище выбрать, потом рубить лес. Первые города соединены железной дорогой в моей империи. А чё... Японец солит этих писателей, чего он их не использует никак? Так. Этим мы вряд ли добежим. Наверное, тут уль надо так обращать. Так, есть конфуцианство. Пошли в Каркар. Дал бог. Имечко. Обратите внимание, что гуру еще и на распространение религии в городах влияет. То есть он... дает силу, и вместо того, чтобы 200, 220. Сила распространения становится. Так что надо именно под гуру как-то это все делать.
Что-то нефти совсем грустненько, хорошо тут. Гавань на ней. Так, перекупили кого? Болонию. Вообще нафиг надо. Так, он почему-то гуру атаковал вместо того, чтобы атаковать. О, Вавилон к нам посольство отправил. О, у меня начало уже улучшаться отношение. Sure, jets are fast and economical. I only understand friendship or scorched earth. Готов. Отлично. Так, тут знаете, как сделаем? Вот так. Нету преобладающей религии. Но знаете что, используем этого сначала. А теперь вот этот должен сделать, да. 100 монет и 147 науки. Так, хорошо. Сколько уже городов Японии? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слушайте, мне, наверное, еще один город осталось в Японии обратить-то. А вот с Вавилоном проблемка, конечно. Ну, с другой стороны, он-то не делает... Во, с утроенной силой. Оказывается, эта фигня вернулась. Давно. И 75% снижает влияние других религий тоже. Это все в Вавилон. Но зато я все-таки правильно взял. Здесь живут драконы. Очень быстро теперь плывут по океану. У меня в этом именно проблема, что тяжело добраться. Так, тут есть конфуция. Ну, тут еще с маленькими городами еще проблема в том, что они и возвращаются тогда быстрее в религию Вавилона. Мне их и проще обратить, но они и вернутся быстрее. Блин, как вот тут пролезть? Как-то вот так. Тут, чтобы он не двигался, как бы зону контроля ставим, чтобы они вот эти два апостола тут сидели. Так, у этого участник дискуссии тоже, а у этого нету. Вот этого будет проще завалить доводами о том, что конфуцианство зашибись, а вы все больные и не лечитесь. Ладно, пошли в компьютеры.
Нужна ли нам военная академия? I don't think so. Может, этот пригород? Ай-яй-яй. Так, ну этого надо валить. Кайф. Ой, сразу конфуцианство. Так, ну, не знаю, мне кажется, Осаку еще обратимы, в общем-то, все. С Японией в некотором смысле покончено. Так, у этого... Никаких прокачек на общение нету, просто станем, не будем давать ему выйти. Какой-то сильный юнит. Опять фигня, да? Очень религиозные атаки. Ну ладно, реликвию давайте возьмем. Да. Имхо бесполезная фигня в моем случае. Ой, видите, Тутуль обратно уже стал. Да, тяжеловато здесь. Бенджамин Франклин may have discovered. А, тут он своего миссионера подвел. Так, его надо атаковать тогда. Он миссионера сделал. Закрываем ему выход. Очень интересно, что тут японец сейчас будет делать своими апостолами. Блин, нифига себе. По-моему, ничего не делал.
Просто стоял на месте. Так. Да. Осталось... Подожди, а кто еще? Обратно на Дершах, что ли? Блин, на Дершах опять. Какой город? Не, подождите, а почему на Дершах? Он какой-то город, что ли, поставил новый? Почему написано, что на Дершах не обращен? Хотя, вот мы видим 2, 3, 4 города. Такое ощущение, что он еще один город где-то поставил. Раз, два, три, четыре... Нет, 7 городов. Не понял. Видите, нету Надиршаха в списке. Ладно. Куда смотался миссионер, интересно. Блин, так я что-то не убью его. Так, что у нас? Надо вылечить еще раз моих атакующих. Есть конфуцианство. Ну, не знаю, тут можно, наверное, уже особо не стараться в Японии. Тут мы, у нас уже дополнительные даже города. Но хотя, чем больше обратим, тем лучше. С другой стороны. Хотя не можем его атаковать в военном лагере. Я бы, наверное, просто пропустил сейчас ходы здесь этими юнитами. Вот так бы отошел, чтобы он, может, все-таки вышел. Потому что в военном лагере нам бессмысленно, что он сидит. Собственно, как и этот бы неплохо, чтобы вышел из Осаки. Но он вряд ли. Вряд ли будет. Тянец, смотрите, вышел. Факин щит. Слушайте, какой-то... Этот... Ну, это уникальный юнит австралийцев просто. Поэтому он так больно нам тут наваливает. Давайте Мокшу попрокачиваем. Бессмысленное, в принципе, но почему нет? О, еще один. Блин, у него вон еще есть всякие священные места.
Не, ну, не надо тут расслабляться. Подожди, а он раненый? Это раненый апостол. Так, его надо валить. Мне что-то показывало не то. А там немножко осталось у него. Так, добиваем. Отлично. Ну, вера еще есть. У японца, чтобы покупать апостолов. Что убережно надо. Убережно. Блин, я как так аккуратно почему-то эту партию играю. Типа, знаете, мог бы намного быстрее и динамичнее, но мне так хочется что-то так вот аккуратненько, миссионерами. Блин, чё ж я не посмотрел, проходя мимо чуда природы. Придется вернуться. Так, этот у нас с утроенной силой, мы плывем сюда, к Машкан Шапир. Блин, компьютер хреново понимает, как что надо плыть, потому что тут быстрее именно по воде. Хотя мы же дороги можем использовать с другой стороны. Так. Продажа за 16 вход, примем. 41 вход, нормально. 26 вход. И 13 вход, нормально. Хорошее предложение, 3000 бабла у меня. Так, с этим давайте за 650. Не хочу просто вход. Так, этому 1390. Сейчас должно быть счастье в городах. Завались всем даром. Пусть никто не уйдет обиженным. Так. А почему у меня вот этот, проходя мимо чуда, может на 3 раза больше, и у него нету 3? Блин. Чудо природы надо найти, может, где-то поблизости. Да, хрен там. Не обратит? А, обратит. Каркар уже обратно стал. Блин, тяжеловато, да, конечно. Вот с Вавилоном самые большие проблемы. Япония поблизости, до нее нормально было добраться. Тут обращаешь, обращаешь, он обратно возвращается.
Кажется, убил кого-то шпиона, нет? Да, убит шпиона из Японской империи. Сто двадцать науки от религий. Блин, может мне этих апостолов? Ну вряд ли японец. Хотя вот еще Акадзаки обратить. Надо Мариоку и Акадзаки обратить. И отправить их всех к Вавилону. В общем-то. Вот этих двух-три раза надо использовать в самых крупных городах. Соответственно, Машкан Шапир, Вавилон и, видимо, Мальгиум. Это, в общем-то, будет уже победа. Я так думаю. Так, постоим, дождемся гуру, чтобы рядом находился. О, оказывается, нас выкинула. Как гуляет. Тридцать один ход, морская плотина. Это слишком долго. Ай-яй-яй. Ну, нет смысла мне с кем дружбу заключать. Точнее, имеет смысл только с Вавилоном и Японией, чтобы они мне войну не объявили и не убивали моих этих. Но они как раз... Вот эти ребята как раз не хотят. Так, Шенгети я сюзерен, Болонья пофигу, Фес я сюзерен. Хотя мне уже и наука от Феса, в общем-то, не нужна. Что с улетанием? О, второй проект закончил. Вавилон. Полная торговец индульгенциями. Ладно, участник дискуссии возьмем.
Блин, античности. Был бы древнего мира, был бы бонус. Я думаю, мы тут просто стоим, ждем. Так, а этот апостол, походу, убился от меня, что ли? Куда он мог еще деться? Ну, теперь показывай, что на дершах обращен. Ну, не знаю, то религиозная агрессия точно провалится. Не сможет он ногою обратить обратно. Это нереально. Кажется, мне уже пофигу, что открывать. Вообще абсолютно уже ничего не важно. Важно только обратить Вавилон. Ну, Вавилон на современные танки, и он не может Надир Шаха этого забрать никак. Причем мне было бы выгодно, чтобы он забрал Надир Шаха, потому что это увеличит количество городов, а он даже с ним не воюет. Увеличит количество городов с моей религией у него. Так, обращено. Так, блин, это священный город был. Так, Машкан Шапир обращен. Вавилон и Мальгиум надо. Следующее. Стоим, ждем. Просто всех апостолов в Вавилон. Не верю, что... Ну, опять же, если все-таки японец обратит что ли, какие-то свои города, мне тут намного быстрее к нему прибежать со своей территории, чем в Вавилон переться. Incalculable in war,
Урана у меня, кстати, нету. Давайте посмотрим, где он есть. Вообще без шансов заиметь уран на самом деле. Так что, ребят, в этой партии без... И девчата, ребята и девчата в этой партии без ядерных ракет. И что, и не хватило конфуцианства? Вау. Так, сейчас. Добью. Блин, и тут хода не хватает. Да. Так, и Мальгиум. Обращаем. И после того, как Мальгиум обратим, можно уже посчитать, сколько нам еще потребуется городов. Для победы. Просто ставим технологию будущего. Уже не важно. Все уже не важно. Это слова одного из псалмов конфуцианства. Так, это кого перекупили? Фес. Ну, Фес, я, наверное, перекуплю обратно. Все-таки 13 послов имеется. Вообще, на кого-нибудь влить уже этих послов. Бессмысленно. Давайте Болонию еще обратно вернем. Что там? Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь городов обращено, а у Вавилона... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, 14. Обращаем Маль... Так, ну, я, может, уже могу его обратить. Подождите, такое ощущение, что это победа, ребята. А, нет. Пока не могу. Или могу. Да, нет, не хватает хода. Но, судя по всему... Следующим ходом будет победа. Даже рожу свою включу, чтобы порадоваться вместе с вами тому, что слово Конфуция нашло благодарных слушателей all over the world. Уже пофиг. Фестивалем. Даже не успел искусственный спутник запустить, представляете? Ну, нету смысла сейчас делать, я уже следующим ходом лучше. Чтобы все обратить. Япония, естественно, обратно свои города не может. У него там
пару апостолов каких-то с одним зарядом. Это точно ему не поможет. Так, обычная пыльная буря, окей. В 1680 году нашей эры весь мир все, походу подвисание говорит о том, что да, религиозная победа. Ну, я планировал военную делать. А в итоге у нас старт такой плохой. Мало производства. Сложно делать армию. Сложно удерживать города, которые там. Ну, с турками я очень правильно повоевал в начале. Я считаю, что это правильно было, что мы ему город убили и не дали распространить его религию. А потом нашелся город Фес. А это означало, что нам надо распространять религию, чтобы по науке не отставать. Ну и в итоге... очень неплохо все получилось. Давайте посмотрим, как развивалось. Ну, честно сказать, я не думаю, что вот эта способность Токугавы сильно уж крута. Да, ты можешь со своими внутренними караванами оставаться, но в итоге они дают не так уж и много культуры и науки. Ну и там денег. Чтобы это считалось каким-то уберспособностью. Я науки с веры больше получал, чем с этих караванов. Культура, ну... по культуре я отставал постоянно, то есть мне эти караваны не помогли, чтобы сильно культуру как-то прокачать. Так что я не думаю, что эта способность сильно крутая. Такой себе. Мне все-таки способность хоть за Такимуны намного больше нравится, что его районы, вот эти три района, Священка... театралка и военная строится быстрее в два раза. По-моему, это выгоднее все-таки. Ну, не знаю, ну, караваны тоже прикольно. Караваны тоже прикольно. Вавилон почти улетел, если бы я не начал в религиозную победу играть. Ну и остальные. Вот этот японец тоже очень круто выглядел. Странно, что он остановился на захвате турка. Вот если бы он захватил турка... у меня бы, мне кажется, были большие проблемы с этим японцем. Вот, Надир-Шах как-то странно, особенно меня прикололо, что он взял пантеон на соседство пустыни и ни одного священного места не построил даже. Типа, нафига тогда пантеон? Причем одним из первых взял этот пантеон. Странно. Ну, в общем, вот такая получилась партия. Спасибо, что смотрели, спасибо, что комментировали и поддерживали. На этом все. Играйте в умные игры. Расскажите, как... какие у вас впечатления от этих новых лидеров? Слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.